Депутат Мособлдумы Александр Смирнов подвел итоги работы своей деятельности за 2018 год. Сейчас он также занимает пост заместителя председателя комитета по финансам и бюджету и курирует в Химках несколько направлений, в том числе здравоохранение, дорожную сеть. Чтобы помочь жителям, ежегодно каждому депутату выделяет фонд в размере 15 миллионов. 80% этих денег идет на поддержку и развитие школ, больниц, поликлиник, детских садов. Оставшиеся 20% – на социальную защиту. Порядок получения таких денег – вы приходите на прием, вы рассказываете, что произошло. Я подписываю заявление в соцзащиту, в соцзащите вы получаете потом эти деньги на ваш счет, на вашу карточку. Два раза в месяц химчане обращаются к депутату за помощью. Проблемы разные – ЖКХ, социальные выплаты, работа, транспорта и другие. Решения, как правило, принимают сразу во время встречи. Каждый вопрос депутат держит на личном контроле.